Дома? Да. А я тебе симку отдавал московскую? Нет. Нет, ну сейчас, сейчас завезу, да. А то я вожу, видно, в телефоне она у меня. Ну, не обязательно, а обязательно, потому что она потеряется, если будут ее вывозить. Там не то место, чтобы их хранить. Да. Мам, мне удобнее сейчас это сделать. Хорошо, давай. Я сейчас на Чехова. Да.
Собственно говоря, вот из Фейсбука. Да, вот. 20-0-200. Самыми большими и необычными. Долго не уснем и не грустим.
Меня ждут нелегкие дали. Тебя ведь и значит они на все оставшиеся. Все утешения тут пустой, о них не может быть и речи. Но только ты дождешься встречи, я прилечу часовный стой. Даже непонятно, в радость ли такие гости, или же просто 100 часов скорее бы прошли и еще бы столько же не виделись. Юрий Лоза на Ретро-ФМ, 19 часов и 17 минут. Доброго всем вечера. Да. А вот это вот мельтешение между... Прогноз погоды на радио Ростова, господа. Партнер программы «Манго Офис». Облачные решения для бизнеса любого масштаба. Почти 60% компаний сокращают рекламный бюджет. Вы пережили не один кризис. Такой подход, он работает? Нужно не сокращать, а управлять рекламными каналами. Для этого есть «Манго Офис». С виртуальной АТС мы точно знаем, в каком канале максимум эффективных звонков. А вы знаете, что при подключении до конца...